Всем салют, всем привет, с вами Андрей Доцент, и это Мафия 3. Мы продолжаем, блин, какие-то баги творятся у нас, хер его знает, чем это связано, но мы продолжаем отбивать бизнес у бывших коллег, а теперь уже нынче врагов. Пытаемся привлечь внимание гангстеров, да и вообще творим хаос и полный беспредел. О, во-во-во-во-во-во, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, отдай эту машину. Так, вылезай. Всё. Ну, блин, ну, чувак, а ты, ну, как хотел, ну, мафия. Ну, ёлки-палки. Погнали. Все. Ой, блин, она еле-еле тащится вообще. В общем, она... Ух, вот это вот, я вот эту, короче, хочу. Вот эту хочу. На. Ой, они одинаковые. Блин, кто вызывает? Нет, 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 ты не вызовешь. Так. Есть. Мать вашу, они все вызывают. Палево какое. Так. Все, так что только что поступил звонок, говорят. Блин, быстро вы реагируете, ребят. Но не настолько. А я уже давно тю-тю. Все, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну что, выйдем? Так. О, выходим. Что это такое? А, сидим, курим. А, так здесь встречи не ожидал тебя здесь увидеть. Нифига себе, я подумал, чисто случайно, что надо активировать. Решил подышать свежим воздухом. За героином, который толкает южане вон оттуда, стоит человек по имени Чарли Кинкейд. Это значит, все местные дилеры ходят под ним. Чарли старается по возможности не отсвечиваться, так что придется как-то на него выходить. Я приметил пару его ребят, они расскажут, где искать Чарли. Из того, что я слышал, выходит, что Кинкейд занимается всем этим исключительно ради денег. Он не идейный, в отличие от всех этих остальных. Ага, попробовать что-либо, ласково побеседовать. Вдруг он решит забить на Доусет и перейти ко мне, если, конечно, я смогу его отловить. У меня есть кое-что такое, что может в этом помочь. Система коммуникации в Нью-Бордо стандартная, так что расставить жучки в нужных местах — дело техники. Установи эту прелесть на коммутаторе, и я смогу нарисовать тебе карту с данными по всему району. Сколько у тебя всего этого добра? Только эти. В конторе они на учете, но если ты сможешь достать еще, мы ими весь город утыкаем. Хорошо, понял. Да будь оно все проклято. Если они нахер считают, что под коммунистами так хорошо живется, так вали нахер в свою Москву. Найдешь еще, тащи ко мне. Ты принимаешь это близко к сердцу. Да нахер этих козлов, предатели паршивые. Увидимся когда-нибудь, когда придет время натянуть Чарли. Поверить, мать их, не могу. В моей, чтоб, блять, гопноеды сраные. Все. С ума, короче, уже сходить начал. Установить прослушку в церкви. Ну а как ставить-то? А, блин, я сумма, по-моему, зависла нахер, нет? Установить коммутаторы. Благодаря прослушке Донован сможет отмечать на карте выгодные цели и коллекционные предметы. Кроме того, в режиме информации будут отображаться неизвестные противники, и вы получите информацию, которая поможет вам вербовать боссов. Так. Опа-на, давай, ломай. И... раз! О! Другое дело. Все. Поставили так. Знаете ли, так просто... такой кирпич какой-то установили. Так, прослушка показывает врагов. Стандартная система коммуникации, кстати, достижение. Выявляет выгодные... Да, блин, что повторяется-то опять? Ну я знаю, я это... А, вот, как только вы установите прослушку, вы сможете видеть врагов за углом и даже сквозь стены в режиме информации. Чтобы посмотреть, какие бизнесы вы сейчас прослушиваете, нажмите Tab, открыть карту, затем нажмите прослушка. Установить прослушку в коммутаторе, вам нужны плавки предохранителя TL-49. Собирайте предохранители. Так вот я детали эти собирал, которые. На 20 тысяч нам надо набуянить. Так, стойте, это прослушка. И чё? Мне вообще сюда надо куда-то. Где тачка? О, спасибо за машину. Так. Да куда ты побежишь? Никуда ты не побежишь. Так. Блин, офигеть, со всех сторон палево. Угу. Да ни хрена, ни хрена, я сваливаю. Так, нам надо
Так, погодите, что здесь? Как бы и здесь, и там допросить наркодилеров Чарли. Ну, давайте допросим. Они где-то здесь у нас. Придется немножечко побуянить. Ну-ка. Ребята даже не прячутся особо. У нас главный герой, короче, вообще какой-то злостный читер, походу. Он все через стены видит, все палит. Не знаю, паучье чутье какое-то просто. Ну-ка, давай-ка. Давай ты открывай ее. Здорово. Так, кондиционер еще не дошел. Погоди-ка. Я что-то задание, что ли, не тебя активировал? Задание тут. Делрей Холлоу. Угу. Даусет. Так, мозги запудрила. А чё я? Погодите, ну вот он у меня высвечивается. И чё, текущая задача? Короче, пошёл он в задницу ему. Чё мне он сюда ведёт-то? Я вообще этого понять не могу. Выпрыгивай. Может быть, как-то, я не знаю. Стоит, пляшет ещё что-то. Прослушка. Ну вот, допросить. А, так этот просто на карте высветился. Я-то подумал, это миссия. Он просто на карте высветился, потому что я мимо проезжал. Ладно. Интересная машина. Но нет. Там, блин, радио такое атмосферное. Да куда ты нахер лезешь? Так, коммутаторы, допрашивайте информаторов. Так, допросив, вы можете его либо убить и получить немного денег. Во, нормально. Так, допросить. Ну, давайте допросим. Слышь, ты... Ты охерел, что ли? Так. Тихо. Так. Чёрт! Блин, а эти ребята, я думал, они вообще не с ним. Ух, блин, сейчас меня с бабок стрясут. Ой. У меня сейчас там все деньги уйдут. Ёшкин кот, их надо было в убежище разместить. Тьфу. Караул. Ладно. Сколько там с меня сняли? 3,5. Охренеть, ребят. Ну вы что ж вы делаете-то, а? Ну что ж вы, мать вашу, делаете? Ну перестрелять придется вас за это теперь. О, нормально. Придется вас перестрелять. Так. Информатора в сторону. Да и пошел ты нафиг! Да... Чё это? Плохо мне как, а? Да этот шляпник бегает. Блин, какая-то хренотень вообще случилась. Что-то тут как-то и стрелял он странненько. Нажимаю стрелять, он что-то херней какой-то страдает. Предупредительный начал делать в землю. Ладно, сейчас что-нибудь посмотрим. Замечательно. Как, гайд, как быстро просадить бабки? Вот такой вот у нас мини получился. Просто не класть их в убежище и дохнуть каждые 30 секунд. Ну ладно, тогда так сделаем. Меня в конец довел. На тебе. Пошел, ух ты. Так. Выпрыгивай ты из этой тарантайки. Так. А чё, он еще уходит, что ли? Он еще, мать его, и уходит. Так. Ну, хотя бы одного я замочил. Куда ты бежишь, а? Так. Так, тут, погодите, тут что-то есть. Тут журнал какой-то надо собрать. А, детали. Я детали собрал. Так. Давай. Поговорим. Так. Да что ж надо делать-то? Так. Ну, давай допросить. А, надо удерживать. Все.
Что там, четырехпалый мутит в церкви? В церкви полно разной дури. Если уничтожишь ее, босс потеряет кучу бабок. Пробел, завербуем его. Давайте-ка, завербовать. Конечно, завербовать. С этого момента мои люди... Твои люди. На! Неплохо. Вербовать будем, конечно, это лучше гораздо. Будем доход увеличивать. Пойдемте разберемся. Офигеть! Машины на каждом углу нормальные практически. Здорово. Блин, еле сейчас это объехал. Так. Ты куда ты, япона мать, а? Ох, давай, газуй. Вот так вот, блин, он стрелять начал. Свидетель полицию вызывает. Нет, никто не хочет заняться. Никто не хочет. Ух ты, вы гляньте, сколько здесь ребят-то, а? Здесь что-то прям вас... До задницы. По-хорошему дождаться, когда все уйдут. Так, перезарядим все это дело. В принципе, и так заряжено. Ну что, давайте будем пытаться как-то, я не знаю, пробраться. Можно снайперскую позицию неплохую занять здесь вот. Уничтожить героин. Так. Дозорный. Может быть, как-то удастся по-тихому? Давайте попробуем. Не хочется мне... Палить просто так вот, знаете ли. Может быть, получится тихо, хотя... Идя вот так вот. Скрытый проход, да. Угу. Где он? Где этот скрытый проход? А, вот, смотрите. Во-во-во-во-во-во, все. Нормально. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да подбирай ты этот броник. Во. Так. Нормально. Тихо, бабки. Автомат? Я возьму его пока что, потом вернусь за винтовкой, и мне она нужна будет. Так. Наносим урон. Так, вот. Как мы, короче, делаем? Используем свист. Во! Это такой, мол, что за херня? Надо проверить 100 пудов. Ах ты, зараза, он не с той стороны пойдет проверять. Так. Ну, тогда мы тебя здесь встретим. Вот он, идет, 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 идет. На! Ух, нихера себе! Офигеть, у него что, две пули, что ли, с собой в запасе было только? Или у меня максимум достигнут? Скорее всего, второе. Потому что я не верю, чтобы у него вот так вот было мало патронов. Угу. Блин, этих ребят бы перестрелять. Они так хорошо стоят. И там ребята вообще хорошо стоят. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Давай-ка сюда. Аккуратно. Все, смотрите, как получается. Снайперская позиция еще у нас там есть. А я снайперскую винтовку выкинул благополучно. Так, куда вы идете? Давай-ка хотя бы с одним разберемся, что ли. Опа-на! Есть. Все. Тела убирать, знаете ли. Не есть. Гуд. В данной ситуации по одной простой причине. Так, хотя вот этого можно, в принципе, убрать, пока тот не запалил. Так, так, несем. Несем, 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 несем. Пока все у нас более-менее как бы тихо. Ну-ка сюда иди. Блин, а.
Ну вот как вот мне вот... Как мне этих-то убрать? Он не может двоих одновременно вырубить, чтобы... Это, конечно, не Deus Ex, но хотелось бы двоих бы не убрать так вот, чтобы они не привлекали внимания. Еще один, что ли, идет, хотите сказать, вдалеке он. Да, смотрите, еще. Еще. Ух ты, ядреного ша. Что-то вас здесь до хрена. Я бы сказал, до хренища. Слушайте, а что если я... Блин, давай-ка ты подпрыгивай. Ах ты, зараза, не хочет он сюда залезать. Странновато это все. Ну, раз не хочет, придется тогда иначе. Как ты все это делать? Нарушение границ. Ага. Может быть, этого приманить? Эй! Не видит. Так. Блин, смотрите, какая ситуация. Тихо. Дозорный. Так. Нормально. Давай. Давай. Сюда иди. Ай да сюда, мать твою! Так. Есть! Неплохо! Все, еще одна устранение. Кстати, бабки надо собрать. Упускать такой замечательной возможности мы не будем. Вот у меня такое чувство, что сейчас там найдут эти тела и тревогу поднимут. Их найдут ведь, зараза. А может быть и нет. Может быть и... Ага, смотрите. Говорит один, ну этот мудак убил одного из нас. Так. Так. Айда. Есть! Прячься! Нормально? Вообще прям фарт просто дикий. Осталось еще разобраться с двумя. Предлагаю разобраться при помощи свиста. Подсвистим одному, посвистим другому. Хотя нет, смотрите, там вот еще зараза есть кто-то. Во. Тихо. Ага. Есть. Все. Он как раз тела эти бы сейчас обнаружил. Это типа я сейчас сюда вообще вовремя заскочил, хотите сказать, да? Так. Блин, одну хотя бы собрали. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Так. Давай-ка. Ну. Блин, а. Они оба идут, походу, да? Так тебе. Все. Ну что, это так и будет стоять? Он вроде туда все время пялится, а теперь повернулся сюда, как назло, да? Мол... Чует, говорит, что-то неладное тут творится. Кровавые пятна, говорит, не вижу. Да вообще ни хрена не вижу. Ну ладно, тогда пробежимся. Если он палит одну сторону, тогда мы сейчас обойдем с другой. Этого труда особого не составит. Все, есть. Глупый. Так. Бабки. Где тут бабки? Может быть... А, вот. Все. Блин, он нанес урон просто. Внушительный урон нанес.
Всему и вся. Может быть, наверху, погодите, что-то есть тут. Да, наверху, смотрите, там что-то есть, только как туда. А, вот. Давай-ка. Давай-ка. Ох ты! Круто. Давай-давай-давай, подбирай. А, там у меня как раз еще валяется в этом... Рядом с оружейным шкафчиком, где-то я тут вот винтовку. А она исчезла, что ли? Вообще красота. Лепота просто. Это что за... блин, ну елки-палки. Называется, собрал патроны. Все, я нахрен с винтовкой вообще расставаться теперь я не буду. Если такая херь творится тут. Угу. Враждебная зона. Можно пробить дверь, выломать. О, вот это неплохо. Давай еще одну. Вот так вот. Может быть, как-то удастся тихо все сделать, я не знаю. Давайте посмотрим. Вот неспроста, наверное, сюда вот это вот все ведет так вот, да, вот. Наверное, тут есть какие-нибудь варианты. О, это, естественно, тоже подбираем. Блин, а я что, опять бабки пропустил? Походу, да. Надо почаще включать режим. Режим вот этого вот всевидения. Но можно попробуем-ка тихо сделать. Может быть, в какой-то веке мне удастся тихо все сделать. И мне, может быть, какой-нибудь даже, не знаю, бонус за этот дадут. Но если ни хрена не дадут, то я вообще буду просто напролом ломиться, валить всех нафиг. И там будь как будет. Во, смотрите. Тут по-любому где-то есть возможность проникнуть. Нет. А тут нету. Блин, а. Ну нету. Нахрена она тогда вообще сделана эта вся... Кстати, там бабки валяются. Я их чуть тоже, что ли, пропустил? Ну, неплохо так. Оказывается, короче, забираем тут деньжа. И вваливаемся в эту дверцу. Прям ломаем ее нахер. И если что, прямо из пистолета сходу в лобешник садим. Так, вот, с этой стороны. Ну, теперь понятно. Мне вот интересно, вот эта вот система. Это гангстеры так вот разбросали бабки в наглую. Тогда вот такую, ну, знаете ли, нормальную сумму. Никто про это не подумал, а самое, что интересно, главгад, который там где-то сидит, заправляет, территорией владеет, каким-то, не знаю, шестым-седьмым чутьем догадывается, что кто-то из-под лавок денежку пиздит, да? И подсчитывает все это, меня тут вообще поражает. Давай-давай-давай-давай, опа, ах ты зараза. Черт. Есть. Так. Отлично. Вау. Цели. Выгодные цели. Это люди, приносящие доход операции бизнеса. Уничтожайте их, чтобы нанести бизнесу урон. Риск и вознаграждение. Каждая выгодная цель содержит сложности количества нанесенного урона и сумму денег, которую вы получите. Просмотрите цель на карте, чтобы проверить ее риск и вознаграждение перед составлением плана атаки. Так, это... Погоди-ка. Тут, короче, вот этого вот тут. Засранца. Надо убрать. На! Нихера себе это, блин. Все дёру дали сходу. Короче, ломаем, типа, да? Ломаем. А нет, сначала давайте-ка посмотрим. Может... А, мы просто... Откуда-то функа выросла. Режим Гордон Фриман activated. Да, давай, ломай еще. Вот так вот. Гордон Фриман detected. Давай-ка. Так вот. Все. Но что-то все равно как-то урон наносится бизнесу не очень большой. Допросить наркодилеров. Погодите, какой допросить? Дайте денежку собрать. Я вообще хочу здесь... Кстати, тут погодите, тут вообще же вон какая-то хранилище. Патроны, автоматы. Нормально все это. Только этого всего мало. А вот тут вот что-то у нас есть. Вот, тут у нас вот как бы кругленькая сумма. Обязательно плакатик сорвем. Чтобы вообще он никому не достался. Ну и походу сваливать отсюда надо. Я потому что не знаю, что здесь еще делать. Тут как бы...
Ничего больше собственное нету. Можно включить чутье, осмотреться, но нет. Даже не на карте, ничего не помечается. Эти все в рассыпную. Стоят недоумение. Сваливайте, пока можете, хотя... Блин! Короче, я вот отсюда буду валить. А может быть то, что я делаю все тихо, они как бы тревогу не поднимают и не вызывают дополнительные силы, с которых мы могли бы, кстати, и денежку взять. Куда ты? Охренеть! Ты в натуре не мог нормально приземлиться, что ли? Ну что тут? Ну тут не так-то, в принципе, не так-то и высоко. Нормально я так приземлился. Вообще охренеть, как здорово. Да, прыжок веры, видимо, недоступен. Ну, наверное, пока что. О, дождь пошел. Еще приятнее. 3,5 мы теряем за каждую, как бы, смерть главного героя. Ой. Но, тем не менее. Мы и получаем деньги. Все-таки, я думаю, лучше по стелсу тут не проходить. Поскольку он нам и не очень хорошо удается. И времени много занимает, и что-то никаких бонусов я от него, если честно, вообще не вижу. Да давай-то прыгай в тарантас этот, елки-палки. О, свидетель вызывает полицию. Какой свидетель? Ах ты скотина, а. Ну ладно. В принципе, можешь звать кого хочешь. Вообще насрать. Так, стоп, сваливаем. Вроде пока как-то нас не заметили, но это радует. Все. Вау! Нифига себе, я завернул от души. А что у нас здесь? У нас здесь типа еще что ли какое-то заданица? Да! У нас еще заданица, надо допросить, в общем, одного какого-то чувака, и походу он там не один. Здоровски, ну ладно, друзья. Думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующей серии. Спасибо, что смотрели, ставили пальчик вверх. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам. Всем пока.